Берут. И берут. Нет, не берут. Хотя Денкинг продолжает пока что, но ему дико тяжело. Пакет подобрал, не забыл, все в порядке. Сейф. Один в три. Да, денег. О, господи, денег говорю. Времени нет, конечно, конечно. Тут. Подожди, я куда-то побежал. Братан, тихо, полегче. Там никого нет, но как-то ты. Но прямо... полегче. Да, ты прямо что-то далеко пошел, так открыто. А если бы кто-то вот на Б был, например. Очень большой риск. То есть прямо монстр человек проходил, мог бы отлететь. Еще и после времени, кстати, мог бы отлететь. Слава богу, реально не отлетел. То есть не проблема, окей, но что-то прямо полетел там на болото жестко вообще. Не хватило, да, не хватило. 14 раунд за Тейлу, друзья. Не хватает денег уже, кстати, не хватило, не хватает денег у Ехом, Галил от Бинга, у ребят. Вот уже по гранатам, ну, частично начинаются проблемы, хотя пока еще жить можно. Да не, можно еще жить, там еще и в случае победы на Талу деньги, возможно, не будут в наличии, не будет их в принципе. И теперь игра должна быть против Шарика, там буквально находится игрок защиты, там же в хелпе еще и тусит товарищ Somebody. Но он чекает коннектор, и там есть игрок атаки, который сейчас, возможно, пойдет на контакт, и, возможно, он там и отъедет. Потому что Авик даст таб, даже если промахнется, то, скорее всего, опять же, подмечаю, уйдет. Вот он Авик, вот он Денкинг. Самбари. Самбари такой, камон, братан, давай, на, почку. Почку, да, все. И Илонг еще поджим. Смотри, шестерка выходит и бомбера забирает. Опа! Он увидел! Это бомбер, это если что, упал. Ты смотри, что происходит. Сам вот Самбари нам показывает. Наконец-то. На, просто! Чего? Как ты так прилетел? Ладно, хорошо. Это что такое? Круто было. Мы этого не видели. Я так не умею. Нет, это прямо... Да, пс-пс, мы этого не видели. Неортодоксально как-то. Первый раз такое вижу. Прикольно. Дестройер последний остается. Пакет потерянный межшлангом. Вообще-то детской площадкой и фонтаном, по факту. Прям на три царствия, черт возьми, у нас китайские квалификации же. Господи, что ты, боже мой. Ставьте плюс. Время. Так, 20 секунд, да. Да, слушай, а не успеет же. Он еще и погиб. Тем более атакера забирает. Да, 2 килла для Саммера, 2 килла для атакера. Ставьте плюс, друзья, в чате ровно никто, кто прочитал 3 царствия полностью. Если что, абсолютно невозможно сделать почти. Это большая серия китайских, соответственно, произведений про войны, когда были 3 царствия. Это представь себе, как «Война и мир», только таких, я не знаю, 6, сколько их там, 7, 8, что-то такое, короче. Много. Я «Войну и мир» даже, ну, название прочитал книги, и все. На этом мои полномочия кончились. Выход на центр от Словли погибает от Бентета. Мы видим, да, тут девайсов гулькин нос, подставляется еще и Бинго, Марик на 3 хп, у него же девайс, возможно, нужно кому-то дропнуть что-нибудь, отваливается почти вся команда Ехом, и 103 хп на двоих, это, ну, означает фактически 16 раунд для команды Тайлу, тут это разыграть практически нереально. Вообще. Совершенно. Да, и Марик с Дестройером остается вдвоем, буквально последняя надежда, 2 в 5, дичайше просто тяжело сделать. Ну вот камера уже немножко у меня повисает, и это намекает, друзья, 16-9. Но все-таки вот не 16-6, но, наверное, близко. 26 фрагов от Somebody круто, 23 от Саммера круто, 21 от Денкинга. Денкинг действительно кинг, действительно старался, но на оверпассе его и одного не хватило, и, опять же, ну, команда тоже старалась местами, но тоже, видимо, не то. Отправляемся с Олегом и с вами вместе на вторую карту. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. And hold your breath and feel it.
attention. Devils hide behind redemption. Honesty is the one way gate to hell. I want to taste consumption. If I stir to waste oxygen, hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Too late.
Так, дорогие друзья, врываемся сразу на вторую карту. Столетку Тайлу уже взяли. С вами Слипчик, с вами Мин, соответственно. Дальше продолжаем. Пока 1-0, пока Икомы попытаются что-то на втором раунде, соответственно, сделать бинго. С Аугом, остальные с пистолетами. Ну и карта The Train, соответственно. Да, The Train, выбор команды Ехом. У нас есть неразмен от Ехомов, но два фрага уже влетает по ним самим, и, соответственно, отжатый сейчас Аук может решить, при том, что как решили в полу экономический, все-таки сам распистолетом забирает. Дэн Кинга, бинго, находит еще один минус, дальше попадание по бинго, но этот Дестройер попытается с P250 что-то решить. Находит фраг на Фрима, там еще очень битый саммер, по фрагу 2 в 2, с тем самым Могом, но Бентед в спине. Бентед не прощает Дестройер, остается последний игрок атаки. И бинго. Должен каким-то образом тащить. Если убьет Самара, то есть шанс разыграть против Бен Тетта, но шансов, конечно, крайне мало. С бомбой на руках можно попробовать и поставить, например, бомбу на тупики, где никого пока нет, а можно пробраться на базу Б. Нет, все-таки решение поставить бомбу, плюс 800 для каждого из тиммейтов, ну и хороший девайсный раунд в окончании всего этого безумия. Хотя, возможно, еще разыграет, но шансов мало. Выход, попадание по Бен Тетту, но это фраг для товарищей с Тайлу. Да, все именно так, все именно так. И Тайлу берут себе еще и раунд номер 2. У меня почему-то логотипы сверху перепутаны. И, в смысле, что-то так и перепутано. Ну ладно, бывает. У меня по Тайлу и Хом написано «We Home Тайлу». Странно, странно. В атаке ребята из команды и Хом, соответственно,